Всем добрый день. Давайте сегодня посмотрим, готов ли сделать мужчина предложение. То есть пара встречается почти год, но пока какая-то неясность. Готов ли мужчина к каким-то серьезным отношениям? Ну, ситуация действительно подзависла немножко. То есть, вы знаете, сейчас такой переломный момент, либо да, либо нет. Он вот как бы колеблется, но все-таки он больше склонен к серьезным отношениям. Вас эта ситуация гнетет, вот эта вот неопределенность. То есть вы вот явно так не высказываете, но внутри вас действительно это беспокоит. Вообще в данный момент вы находитесь, ну как бы образно говоря, в роли просящего. То есть инициатива все-таки больше исходит от вас. Но на ближайшее время, я смотрю, где-то полгода плюс-минус, на ближайшие месяцы, мужчина вряд ли созреет, поэтому нужно набраться терпения и, видимо, немножко подождать. Вот карта отшельника, она говорит о том, что вы все-таки должны излучать какой-то внутренний свет, да? Вот как мотыльки и бабочки слетаются на свет, чтобы ваш внутренний свет его к себе как-то вот притягивал, манил. Поэтому все в ваших руках. Удачи!